Дамы и господа, мы объявляем набор новогодних поздравлений. Каждый понедельник с 5 до 6 часов вечера мы приглашаем вас в торговый центр «Атом». Приходите, вам же есть кого поздравить. Я Катя. Поздравляем с Новым годом маму и Лизу. А я маму Лизу. Дорогие друзья, я всех поздравляю с Новым годом, желаю счастья, процветания и всего самого наилучшего. Пусть следующий год будет для вас более продуктивным, если этот не вышел продуктивным. Ну и надеюсь, что у всех все получится. Школа, школа, Новый год, он торопится, идет, постучится, дверь к нам, дети, здравствуйте, я к вам, планим и встречаем, елку нарезаем. Весы могучки, сайки хлопут, скоро Дед Мороз придет, нам подарки принесет. Яблочки, конфеты, Демон, ну где ты? Уважаемые дамы и господа, хотелось бы поздравить вас всех с наступающим Новым годом. Пожелать счастья, здоровья вам и вашим близким. Чтобы всегда с вами были только верные и лучшие люди. Всего хорошего. Деда Мороза. Ну что, желаю всем счастья, здоровья, чтобы было денег побольше. И, ну, просто чтобы все были веселые в этот праздник. И чтобы год был хороший и удачный. Поздравляю всех с Новым годом. Желаю счастья, успехов и побольше денег. Поздравляю всех с Новым годом. Желаю счастья, благополучия, здоровья. И все. Я передам привет дедушке Мише, бабушке с другой стороны, прабабушке. Еще одна прабабушка тоже с той стороны. И передам привет моему дяде, дяде Леше. Желаю им счастья, добра, чтобы они, если у них нет друзей, еще кого-то не скучали, и чтобы у них было все хорошо. Я хочу передать, меня зовут Леша, я хочу передать маме и папе, и бабушке, и дедушке всем привет. Ну, лично я досуг строю так, что стараюсь выезжать из города. Хотя у нас в городе тоже достаточно часто интересные события происходят. То есть в этом плане, мне кажется, работа общественных организаций заслуживает внимания и какого-то поощрения. Вот. Ну, конечно, нет такого разнообразия, как в больших городах, но это оно и понятно.